О песне я ничего не думаю. Обычная бессмысленная попса, ни хуже, ни лучше другой. Мелодия в ней какая-то есть. Слова, ну, обычные, казенно-патриотические. Как у всех песен о главном в течение последних 200 лет. Мы самые лучшие, Москва гудят колокола. Вот, собственно говоря, к фразе «Москва гудят колокола» сводится вся государственная идеология России в течение последних не 200 уже, а 300 лет. Ничего не добавить, не убавить. Москва гудят колокола. А почему именно колокола Газманова возмутили нежное ухо Капкова, это надо думать об их личных отношениях. Я не в курсе, что господин Капков сделал господину Газманову или господин Газманов господину Капкову. Я думаю, это сугубо личное.